Привет, народ! Или по-мужицки здорово, поставь лайк и подпишись. И сегодня я покажу, как легко заработать деньги в GTA 5 онлайн. Но также не забудьте посмотреть ролик до конца и решить, подписаться на канал или нет. Погнали! Итак, сначала мы берем мотоцикл, ищем испытание на время. Далее активируем его и на карте отмечаем точку, докуда нужно ехать. Потом зажимаем кнопку F для того, чтобы откатить миссию. И теперь мы начинаем полностью ее проходить. Мой личный совет: во время езды поднимайте заднее колесо. Это значительно увеличит вашу скорость. Также, чтобы убрать всякие подозрения, я использовал бесплатный мотоцикл и показал, что на нем реально пройти это испытание. Ну а на этом все. Если это видео тебе действительно понравилось, то поставь лайк, подпишись на канал и напиши коммент. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.